Церемонию футбольного фестиваля «Выходи во двор» открыли акробаты спортивной школы «Старый городок», воспитанники заслуженного тренера России Таймураза Гургенидзе. Благодаря проекту губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева «Выходи во двор» сегодня прославленные футболисты здесь у нас и совсем скоро покажут настоящий класс. Легенды российского футбола проводят мастер-класс юным футболистам и сыграли гала-матч 2 тайма по 20 минут против сборной команды тренеров и любителей из Одинцовского округа. Оленичев опять. Очень рациональный футбол показывал всегда. В составе команды легенд российского футбола Дмитрий Оленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Василий Иванов, Александр Филимонов на воротах, Дмитрий Тарасов и Александр Самедов, а главный тренер Валерий Гладилин. Наставник сборной команды Одинцовского округа рассказал, что наблюдать за такой игрой одно удовольствие. Потрясающая игра. Обе команды пытаются контролировать мяч, находить свободные зоны. Уровень мышления и мастерства зашкаливает. Кроме гала-матча, мастера сыграли с командами юных спортсменов Одинцовского округа в мини-футбол 5 на 5. На каждую встречу было выделено 2 тайма по 2 минуты. Известный футболист Дмитрий Тарасов подчеркивает, подобные мероприятия посещает с огромным удовольствием. С большим удовольствием приезжаю и отвлекаюсь на такие мероприятия, потому что и сам вырос во дворе, этот проект очень крутой, я считаю. И приезжая, я просто заряжаюсь положительной энергией, когда вижу такое счастье детей, счастье родителей. Также для команд юных футболистов опытные специалисты Одинцовского округа провели тренировочный мастер-класс, отработали передачи и ведение мяча. Дети молодцы, очень хорошо, глаза горят у них, все стараются, водичку попили и дальше побежали. Следующим фестиваль футбола встретят на Рафаминск. Благодаря губернаторскому проекту «Выходи во двор» возможность увидеть легенд и даже выйти с ними на одно поле есть у каждого. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».